Так, ага, запись пошла. Тимур, сколько тебе лет? 12. А? 12. Будет. Нет. Было. Будет, будет. В декабре. Нет, мне уже 12. Ничего себе, когда ты вырос. Ну тогда таскай полное ведро, все. Я специально. А я с гостями займусь. Таскай, таскай. Так, ну что, пойдемте знакомиться. Ой, садитесь. Так, в ногах правды нет. Значит, кто из вас двоих главный садовод? Ну, он Санек. Санек, а он кем вам приходится? Да, мы вместе работаем. А, понятно. Я просто у вас саженцы брал уже не один раз. А вы подойдите ближе. Подойдите ближе и то же самое скажите. Не один раз. И живы, мертвы. А. Это ваш телефон? Это мы, мне позвонили. Но. Так, а что, почему с Серегой? Серегой? Давайте я ему позвоню. Так, а знаете что, раз уж пошла запись, несколько минут ничего не решает. Вы мне сейчас скажете о том, что... Зачем вы приехали ко мне, когда Абакан завален саженцами? Приехали в питомник Железова для покупки саженцев. Несмотря на то, что в Абакане саженцев достаточно, решили брать здесь, потому что есть опыт покупки, есть очень хороший, как сказать, то есть не гибнут, не вымерзают, не замерзают. Неоднократно покупалось, порекомендовал другу, привез для покупки саженцев. Так, Абакан большой. Вы где там живете? В Кайбалах. В Кайбалах? Так это же горимая степь. Ну да. Ой, ё-моё, и не замерзает? Нет. А вы знаете, что там это всегда на пару градусов холоднее, чем у меня? Ну да, холоднее, ветра регулярно. Ветра, степь, была степь. Ой-ой-ой. То есть саженцы себя чувствуют прекрасно. Последний раз позапрошлом году в Абакане было минус 44 в вашем районе. Они уже были саженцы? Да, были. Да. Все понятно. То есть перезимовали, потому... Ради этого стоило включить камеру. Дело в том, что, может, кто-то думает, что вы засланные казачки, что это все спектакль. Я перекрестюсь, вот видите, я крестюсь, я Богом клянусь, что я всегда честно. Было такое, что... Вот. 10 посадили, один мертвый. Ну, это уж извините. Нет, все прижились. Все? Да. Здорово. Так, теперь. А опыт приобретения вот этих рыночных саженцев у вас был? Ну да, до этого был. В Новокузнецке, в Култуково, в питомнике покупали саженцы. И где они? Нету. Еще все. Где? Климат не пошел им. Ну, вот. С Кемерово привозил. Да, с Кемерово, то есть... Но там таких нет, как сказать-то. Там в основном остались перекупщики. Ну, почему нет? Вот питомник этот, они хорошо, но климат не подходит. Да как то не есть... подходит? Я в Ленинск-Кузнецке жил. Мне-то лучше знать. Ну, я вот покупал в Куртуково, в Новокузнецке. Да не в климате дело. Скажите, вы когда... Это наш учебный фильм. Когда вы покупали до Сергея, вы имели понятие, что уже корни все равно в любом случае искалечены, никто в горшках вам не продавал, и что обрезка кроны половина обязательно? Ну да, да. И никогда этого не делал. А вы видите как, может быть, вы назвали фамилию уважаемого человека, а он-то ни при чем. Единственное, что питомники до сих пор ни хрена не знают и не обрезают сами и не советуют. Сейчас вы же купите, обрезанные же будут. Ну да, обрезанные у вас. Да. Обрезанные. У вас даже точечками вы метите. Да. На юг куда садить. Юг, чтобы да, это. Да. Вот. Это учебный фильм. Точечка для чего нужна? Первое. А если все-таки... вот сейчас, если брать, советую, Сергея, только в горшках. Ну так а вы в горшках, я вот сколько помню, у вас... Нет, есть еще и без горшков, но это как бывает? Это предназначено для...
Ну, человек приезжает, представь себе, с Казахстана приехал на автобусе. Вот такая сумка китайская. Какие там горшки? Там два горшка уже не подымешь, старик. Вот. Он купил 30 саженцев, всех с голыми корнями. Но там такая обрезка была, да, капитальнейшая, и никаких обид. Вот. И вот получается, что сейчас на рынке продают до 2-2,5 метра высотой. Они все с листьями. Корни обычно процентов 10-15 от того, что было до выкопки. Ну почему? Ну, представляете, саженец высотой 2-2,5 метра. Да, понятно. У него корни в разбеге метр точно? Нарушается система. А вот. А тут одни обрубки. Значит, да. Если 10% корней осталось, значит, надо от кроны оставить 10%. А они что делают, нехорошие люди? Они еще штамп ему делают. Он еще выше получается. Вот, якобы без штамба он не может жить. Вот мы поговорили. Так, я надеюсь, другим это пригодится. Вот, к сожалению, так получилось, что... Это... Тимоша, бабушка позвонила, сказала, у тебя проблемы с этим. С этим. И что, ведь по пол ведерка раз уж идешь, и все, я тебе другую работу дам. Беспозвоночную. Ну, потому что бабушка сейчас позвонила и сказала, что у тебя проблемы с, это, со спиной. Еще один хохол. Спрашиваю, о, это самое. В роду были. Ну, хохол – это грубое слово, украинцы. Были. По маме были, по папе были, по деду были, по бабе были. Ну, вот он и таскает, я бы сказал, один такая ходка, 30 рублей. И будет так таскать, пока не упадет. Вот. А по-другому нельзя, потому что это самое. Я и сам бы перетаскал, у меня еще здоровье есть. Но дело в том, что остальное время ведь это за телефоном. Вот я все время что-нибудь за телефоном я стараюсь занять. Ну а что, ему копейка. Ну да. Так, что мы будем делать это самое? Смотрите, что вы будете покупать? Сливу, грушу, яблоню. Так, я видел, они сейчас, ой, конечно, у них самые красавцы уже проданы. Так, сейчас груша с листьями. Сейчас с листьями. Ну, в горшках. Так что в горшках. Приживутся. Так, про точку вы не зря сказали. Единственный питомник, где ставится точка. Да. Вот он как рос до выкопки. Да. Так вы посадите точкой, это же юг. Да. А то не понимают простых вещей. В школе мы с вами что изучаем? Да. Мы с вами изучаем, что с северной стороны мох, заблудились, вы уже знаете, где мох, там север, можете выходить на юг, куда угодно. Вы уже вместо компаса, у вас мох на северной стороне от дерева. Вот, и мы так же сделали. А то получается... Посадили наоборот, солнце обжигало, да. Тепло было, мороз. Неужели не повлияет? А потом, ой, морозобой, ой, давай грибы напали. Так, в общем, будем считать, что мы этот разговор закончили. Дело в том, что надо звонить Сергею, а время идет, у вас тоже время не бесконечное. Ну, да. Значит, еще раз, еще минутка. Значит, груши, понятно, сливы. Яблони. Так. Яблоки. И абрикосы. Ну, с того, что есть. Вам спасибо за вот эти слова, что у вас все живо. Да, все. Вы мне так помогли этими словами. Все. Мне не хочется быть могу этим. Могу даже показать, заснять, отправить вам. Как ой, я вас спустил. Даже попрошу по WhatsApp отправьте, да, а я покажу на вебинаре. Все, ладно? Хорошо. Ну и уже так, последние слова. Суббота. 18-е, послезавтра, понедельник, у меня вебинар. Это я всем говорю. Угу. Вот. И, наверное, после этого вебинара прибавится людей, которые уже будут не как вы, извините, обыватели, а сами будут садить. Ну да. Ну да. Я понимаю, некогда. Всем некогда. Ну ладно, улыбнитесь, вас снимает. Скажите до свидания, друзья. До свидания.